Только открылся, а уже на расхват. Омский скалодром, один из самых больших и современных за Уралом, стал настоящим центром притяжения. Регулярно здесь проходят тренировки омских спортсменов. В начале января состоялись первые сборы с участием новосибирской команды. А в конце месяца скалодром будет принимать сборную Тюмени. Мы теперь можем полноценно тренироваться, скажем так. До этого у нас были низкие скалодромы, и нам приходилось все время что-то выдумывать, чтобы нормально тренироваться. Теперь у нас есть нормальная высота, то есть, что позволяет лазить полноценной трассы на трудность, ну и, соответственно, полноценная трасса на скорость эталонная. Готовится к предстоящим стартам и лидер региональной сборной, мастер спорта по скалолазанию Дарья Компаниец. Новый скалодром и новые возможности для тренировок уже дают первые результаты. Будет повыше опыт лазательный, больше всяких арсенал движений, которые мы сможем повторить на соревновании. Поэтому я думаю, да, на соревнованиях будет легче теперь. 5 тренировок в неделю. Вот так активно представители омской сборной готовятся к соревнованиям. Ближайшие пройдут в марте. Хотите также профессионально покорять вершины? Записывайтесь на первую тренировку в спортивную школу Олимпийского резерва номер 35. Посещать скалодром не спортивных целей ради тоже можно. Все подробности можно получить у представителей Омской школы скалолазания. Сам же скалодром расположился на территории завода сборного железобетона номер 6. Здесь представлены три вида трасс – болдеринг, лазание без страховки, трудность и эталонная на скорость.